Алло. Нейтан. Джоди? Джоди, где ты? Они здесь. Они вернулись. Боже, Джоди, что с тобой? Я устала. Так устала. Я больше не могу. Скажи, где ты? Я приеду сейчас же. Джоди! Джоди! Так, кто там? Мерещится. Где я? Ты у меня дома. Не дворец, а то... Тихо. Я нашел тебя на улице полумертвую. Да, пару дней назад. Ты меня выхаживал? Да ладно, перестань. Не бросать же тебя. Подыхать, как бездомную собаку. Я Стэн. А ты кто? Джоди. Ну тогда добро пожаловать, Джоди. Хорошо, когда есть с кем поболтать. Кофе? Крепкий, вкус дерьмовый. Зато согреешься. Горячо. И давно ты на улице? Пару недель. Где-то так. Я уже года три. Столько раз думал, вот-вот загнусь. Или крыша поедет. Но ко всему привыкаешь. Даже к такому. Убежала? От предков? От парня своего, угадал? Нет, все не так. Проблемы с законом? Знаю, это вообще не мое дело. Если ты не убийца, мне все равно. Тебе есть куда пойти?
Семья? Друзья? Хоть кто-то? Нет. Кое-кто есть, конечно, но я не хочу его видеть. Не сейчас точно. Можешь остаться здесь. Добра немного, но... Что мое, то твое. Ага. Привет. Привет. Опа-на! С воскрешением! Аллилуйя! Славься, Боже! Добро пожаловать во дворец, миледи! Спасибо, Стэн. Ладно. А кто остальные? Вон там, видишь, Уолтер. Он любитель выпить, но мужик хороший однозначно. А это Джимми. Когда у чувака ломка, лучше держись подальше. А она суббота, беременна. Ее жалко. Знаешь, зря ты меня спас. Я понимаю. Понимаю. Мы все через это прошли. Иногда нужно сжать зубы, подождать, пока отпустят. У каждого из нас есть свое место. Просто иногда его не сразу можно найти. Зачем ты мне помог? Ты бы замерзла насмерть. Я мог помочь тебе и помог. Чего тут такого?
У нас еда кончилась. Надо что-то делать. Ты хочешь поучаствовать? Ну да. Ты идешь? Берем 5 баксов хотя бы, будет нам горячий ужин. Давай здесь. Холода обычно больше подают. Есть хочется. Придется немного потерпеть, ничего не поделать. Отвлекись на что-нибудь. Много времени на это уйдет. Трудно сказать, это уж как повезет. Может, пару часов, может, неделю. Как же холодно. Да. Эй, Стэн. Я думаю, нет смысла вдвоем торчать в одном месте. Да. Я пойду вон туда. Будь осторожна. Далеко не уходи. Больно. Я не ела. У вас есть хоть что-нибудь? Вали! Бродяг не пускаем. Прошу. Так холодно. А я... Проваливай, я сказал, пока я не вызвал копов. Thank you.
Эй, детка, не хочешь подзаработать? Есть предложение. Что надо делать? Я могу тебя порадовать в обмен на услугу. Дам 10 баксов, если пойдешь со мной. Десять. Ладно. Ну что, пойдем, детка? Нет. Я не могу. Нет? Что значит нет? Не смей говорить мне нет! Слушай, детка, открой рот и давай приступай, а не то я очень разозлюсь. Говнюк. Вали, ублюдок! Твоя гитара? Ну да. Я себе чуть все пальцы не порезал на таком-то холоде. Хочешь сыграть? Попробуй. Thank you.
Надо же. Спасибо. Ну вот. Надо глянуть, как там Стэн. Набрал. Мало. А ты? Раз, раз. Это он когда у меня исчез-то? Ладно. Надеюсь, что он был изначально. Я просто не обратил внимания даже. Джоди, откуда столько денег? Я умею играть на гитаре. Нашла? Там был парень с гитарой. Я умею играть. Ну и заработала. Слушай, круто. Мы теперь богачи, да? Вообще просто миллионеры. Я пойду за едой. Куда мы будем тратить эти миллионы? Купим себе яхту. Будем кататься в картонной яхте по снегу. Опа, кадр, кстати, крутой. Блин, не успел. Ну ты застегнись. Проблемы. Проблемы? Какие проблемы? Что за слова такие, дядя? Ты что, совсем типа от нас одни не проблемы, надо, ребят. Понимаешь? Ой, блин, пошли и разберемся. Черт. Так, иди сюда, блядь, сука. Сейчас получишь свои биты. Ну-ка, отошли от него. У тебя там диаметр нормальный? Я тебе, вот, я сейчас, знаешь, кого запихаю? Ну, вот дела. У бомжа-то нашего есть подружка. Снимай, Эд. Пусть все видят. Снимай, видят, снимай, сейчас увидишь. Леща получил. Дальше. Ой, как хорошо. Следующий. Ой, не в ту сторону, ладно, пофиг. Будешь бить? Ай, не туда. Вот это туда. Нормально. А куда мне надо было сейчас двигать вообще? Опа, у меня биты есть, чувак, это ты зря. Бля! Она больная! Увидимся. Ну её! Круто ты. Она больная? В смысле больная? Вы таквали меня, защита была? Да, их было четверо. И чё? Это мало. Они дебилы. Драться не умеют. Надо еще вернуться. Ладно. Так биту забери, она денег стоит, можно продать. Никаких предпринимательских жилок. Опять ты там стоишь? Отойди оттуда. Туннель закрыт. Ребята, ты делать нечего? Налетайте. О! Ай! О, чувак появился там.
Давай, Джоди, угощайся. Эй, есть даже шоколад на десерт. Шоколад? Я даже не помню, какой на вкус. Вот теперь вспомнишь. Видишь, какой молодец. Что это с тобой, Стэн? Что? Подрался. Если бы не Джоди, мне конец. Вы бы видели. Их было четверо. И она их всех уложила. Ну, нападавшие. Ты что, их знаешь? Я их раньше видел. Шпана приходит сюда кулаки размять. Что? У них эти телефоны с камерами. Они так развлекаются. Чувствуют себя крутыми. Ну, да, видимо, уже нет. Они. Меня тоже били. До сих пор не отошел. Ну, как бы уже все. А, лагерь, что? Давно вы тут живете? А. Я пришел сюда полгода назад. Что-то мне эта глава не очень нравится. Потом Джимми. А суббота с нами сколько? Недели три? Почему их зовут суббота? Уолтер, а ты здесь почему? Я работал учителем. Не смог выплатить долги по кредитам. Потерял дом, работу, всех друзей. Учитель? И вот я перед вами. Такие все друзья были, получается. Четыре. А ты скоро тебе рожать? Через месяц. Ребенок что-то давно не шевелится. Я уже волнуюсь. Проверить? Ее парень сбивал. Не хотел ребенка. Он бы ее убил. Ну а ты, Джоди? Ну ты еще какой-то ебанутый чувак. Мы так о тебе ничего и не знаем. Как ты оказалась на улице? Я делала ужасные вещи. Потом поняла, что меня используют. Дело в том, это звучит странно, понимаю. И я не такая, как все. Я всю жизнь из-за этого мучаюсь. В смысле не такая, как все? Ну, показать, что ли? Я не понял. Сказать правду? С самого рождения я связана с существом. Его зовут Айден. Он всегда со мной. Он и сейчас. Да, в их головах это звучит как шизофрения просто. Видать, не только у Джимми проблемы с наркотой. Я ж говорю об этом. А можно, типа, вызвать его? Типа? Или... Шоу? Видимо, нет. Ну ладно. А чё я встал-то вообще, собственно? Суббота. Суббота? Почему суббота? Хочешь узнать, как твой ребёнок? Ну, день-то неплохой. Например, сегодняшний. Сегодня суббота. Нормально с ним. Можешь не волноваться. Все в порядке. Но откуда ты знаешь? Знаю. Я видела. Но я так и не понял, как она здесь оказалась. Все равно. Бедный. Так, давай. Джимми. Хочешь, вылечу? Холодно. Я так замерз. Давай вылечу, короче. Ой, это что вообще такое? Как это работает? А, его вылечить надо, что ли? Давай вот отсюда начнем. Так.
это вот, это вот сюда. Она тихо. Она приближается и начинает теряться сразу. А где вторая? Ага. Вот сюда. Блин, тяжело. А, все, а тут уже видно. Там ни хрена не видно было. Все. Прошло. Что ты сделала? Я все могу. Ты что, расстроился, что ли? Тебе нравилось это состояние? Чувак, только пошел. Он, блин, ладно, ну тебе нафиг. Так, теперь... Так, ты. Или не ты. Че, куда? Что это за кнопка была? Нет, не ложится. Погоди, вот с этим еще. Что ты делаешь? Верь мне. Так, и что будет сейчас? Это кто? В смысле, это кто? Что за... Что происходит? Джоди, что с тобой? Стэн, милый. Джоди, хватит, не смешно. Столько времени прошло. Уже 4 года. Чё? Нэнси. Нэнси. Как это? Это я, милый. Я с тобой. Я все это время была с тобой. О, боже. Мне так тяжело видеть твои мучения, твою боль. Тяжело без тебя. Я устал. Без тебя моя жизнь пуста, Нэнси. Хватит жить прошлым, Стэн. Наша любовь что, останется навеки. Но ты должен начать все заново. Найди работу, влюбись. Будь снова счастлив. Ради меня. Я прошу. Я скучаю. Я типа это... тебе скучаю. Это про дух вообще пошло. Типа духи есть в этом мире. Так, я еще учителю это не помог. Чудо. Ей-богу, чудо. Я с тобой еще не разговаривал, слышишь? Погоди-ка, пошел. Спасибо. А это только пошел. Я всем помог, кроме... Блин, ну ладно, видимо, ему вообще не нужна помощь. А, и нафига, по идее. Ему и так хорошо. Бухает только. А? Блин, что, роды принимать, что ли? Серьезно? Я и не хочу. Месяц же еще. Какого хрена? Я тут месяц уже, что? У тебя... У нее начались схватки. Нужна скорая. Нужно скорая. Срочно ехать в больницу. Нет. 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 Почему нет-то? Что тебе не нравится в больнице? Тут дизентерия всякая. Господи, боже мой. У нас же ничего нет. Ни простыни, ни одеяла, ни горячей воды. Сама ты подумай. Чё, что там какая-то глупенькая? Тихо, тихо. Успокойся, спокойно. Справимся, справимся. Ну, так, как бы вы это будете смотреть по-любому просто. Тут рядом заброшенный дом, знаешь? Проберись внутрь. Ты чего? Я побежал. Давай. Волтер, сиди тут, присматривай за субботой. Идем. Куда? Все, что нужно. Суббота. Не вздумай родить, пока мы не придем, ладно? Ты поняла? Офигеть, указ.
Джоди, блин, там чувак, я не могу бегать. Она что-то просто идет. Нормально все. Не торопимся. Будем торопиться, что-нибудь забудем. Мама всегда так говорила. Пошли, давай. Что мы искать-то должны вообще? Что мы будем делать? Искать врача? Нет. Все равно нет денег, чтобы заплатить. И что мы будем делать? Слушай. Я хочу дать ребенку шанс, пусть даже крохотный, выжить в этом мире. Ему нужно тепло, и подгузники, и бутылочка, и нормальная одежда, и все остальное. Он не должен родиться в куче мусора под мостом. Какие так, идеи у тебя? Ты хочешь воровать? Никаких. Придумаем что-нибудь. А-а-а. Ну, воровать, значит, да. А чё, блин, ты ей скоро-то не угодила? Откуда этот мужик вообще узнает то, что там что-то... Ой. Ведь там есть все, что нужно. Надо только открыть. Зараза! Ну не может быть! Должен быть способ! Я открою. А? Как? Как откроешь? Ну, сейчас увидишь. Увидишь. Смотри. Да, вот, смотри. Смотри, что могу. Сейчас будешь в шоке. Так. Ага. Как тебе это удалось? А войти рано, наверное. Давай объясню потом. Берем все, что нужно, и уходим. Да? О, черт! Черт, сигналка! Как же я забыла? Надо спешить, сейчас здесь будет полиция. Блин, я ступил, да. Блин, что я наделал-то? Взял все, что смог. Ладно, пора валить да. отсюда. А вот и вы. Быстрей, куда отошли? Ты смог забраться в этот дом? Да-да, с ней там Уолтер. Надо торопиться. Что такое? Что? 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 Что намигнул-то? Че? А, бежать надо? Там же камера по-любому есть. Короче, нас заподозрят сейчас. Куда я бегу? Я в ту сторону иду вообще. А, ну, наверное, в ту, вон пакетик эти несу. Надо было сигналку вырубить. Зачем еще войти нажал? Типа просто, случайно? Как тяжело перелазить через бортики, конечно. Аж двумя клавишами. Как они все донесли вообще? Причем в обход нас, мы же там были. 42 минуты, офигеть, голова. Раньше они прям быстро пролетали. Не, на самом деле мне эта глава не очень нравится. Слава богу. Начинайся. Еще я косячу. Что теперь? Вы знаете, что делать? Уйдите! Все уйдите! Кроме Джоди. Ну офигеть, ты придумала. Джоди останется. Я? Ну, почему я-то? Ты зачем? Понимаешь, что для меня это все в первый раз? Для меня тоже. Просто не хочу, чтобы они видели, как я корячусь, твою мать! А я тут при чем? Не волнуйся. Мы разберемся. То есть ты хочешь, чтобы я видел? Что надо делать? Мы разберемся. Чего тут сложного может быть? Так. И что может быть сложного, действительно? А что за кадры будут? Так, давай помогай снять. Ты боль хочешь снять? Или что? А, штаны? Ну ладно. Дальше что? Так, вот это что?
Блин! Я застелю матрас. Так, утешить. Или что? Держись. Ладно, сейчас родим. Это как-то не очень. А еще мне интересно, как YouTube на это будет реагировать. Ну ладно. Не, ну я же не первый, да? А, ну, дыши. Слышишь? Давай, наверное. Суббота, дыши ровно. Я в фильмах видел. Выдох. Я дышу. Дышу, я что там еще говорят обычно? Там еще вот это три говорят еще. Душься! Душься! Это говорят в фильмах, да, видел. А, ну еще подбодрить надо. Наверное. Все нормально, слышишь? Все идет очень хорошо, правда? О, как видишь, отлично, в конце принесал. Вижу головку, чуть-чуть осталось. Душься! Душься! Что там? Что я это должен сделать сейчас? Ты справилась? Тихо! Тихо, молчи! Да молчи, не ори! Девочка! Что так громко? Что это было? А чё 60-то? У меня даже 54. Ага! Всё? А, ты полотенце в рот что запихал, чтобы не орал? А, нет. Он просто перестал орать после того, как полотенце обернули. Сейчас полиция припрётся. Нам с тобой пришлось нелегко, но мы справились. Ты и я. Все, я врач. Все хорошо. Будем роды принимать. Теперь все будет хорошо. Я позову. А ты накрыла, все нормально? Так, вот его привычки не перенимай никогда. Кровь? Вот этого вот. Девочка, моя Зои. Охренеть. Хороша чертовка. Эй, ты же вообще учитель. Она уже все. Ты вообще должен знать, что это такое. Она. И это тоже знать. Что это вот этот вот странный чувак в центре. Она просто богиня. Куда бы мы без вас? И Джоди. Только вы просто, вот вы команда, а я Джуди отдельно. Ты чудо, Джуди. Это да. Наше чудо. Знал бы ты еще, что я в реальной жизни натворил. Там тоже чудо. Что, главу прошел? Серьезно? Нифига совпадает. 47. А, нет, еще не прошел. Что, полиция не приехала? Пожар? Какого хрена? Вы что натворили? По-любому Колыга виноват. 100%, он что-то натворил. Он же вести себя не умеет адекватно. Стэн, эй, подъем! Что? Господи! Где остальные? Вы что натворили? На этом этаже. Джимми, Суббота и Зои наверху. Уходи, я их вытащу. Нет, нет, я с тобой. Нет, нет, я сама. Так, справлюсь. Ты понял? Наверху мне надо. А, сейчас чихну. Надеюсь, иди нет. Отсюда, сказал! А, пошел нахер! Ты мне не нужен, уйди, беги. Так, сейчас. Только будешь мешаться. Что? Наверх же надо.
Так, надо этого Айдена. Айден, выбивай дверь! Да-да-да, я понял. Иди. Суббота. Беги. Суббота и ребенок. Они я в курсе. Надо я знаю. Их, иди отсюда. Ты меня отвлекаешь. Почему тут пожар вообще возник? Да двигайся-то что ли быстрее, еще все рухнет, пока будешь таскаться тут. Что за имя такое суббота? Сатурдей? Так, вот эта дверь, да? Как такие полы-то вообще дерьмо? Что, руки не обжечь сразу? Помогите! Иду, иду, не орите. Спасите иди меня! Давай. Давай, Джимми, прыгай! Прыгай! Давай прыгай же быстрей. Нет, я не смогу. Что значит не смогу? Я не смогу! Сможешь, давай, прыгай! Еще ты их там спасай, давай быстрей, что ли. Нарик, хренов, давай. Раз не хочет, придется заставить. Вот и смог, видишь, все отлично. В чем дело? Быстро! Давай. Иди, да, иди вниз, давай. Малышка, спасай малышку. Так, иди нет. Вниз, блин, хватит меня отвлекать. Че вы какие, блин? Я знаю, что малышку надо спасти. Так. Так. Хрена это что было вообще? Почему это взорвалось? Каменная стена. Че они еще разбежались по разным комнатам? Фига себе. Давайте скорее. Сейчас выбью. А, нет, не выбивать не надо даже. А что, выйти сами не могли, что ли? Там делать нехрен. Одна минута, она как бы... Ладно, продолжаем пока. Пошли. Застряли. Почему застряли-то? Я дверь выбил только что. Делай, что я скажу, ладно? А что я скажешь? А если ты мне нужен? Ага. Это я знаю, как делается. Мы в ловушке. Нет еще, сейчас стену выбью. Бойся. Думай, Джоди, давай. На стену сейчас выбьем, и все нормально будет. Пошли, пошли, пошли. Вниз пошли. Быстро. Потому что надо было в больницу идти. Иди вниз. Да я спасусь, все окей. Уходи отсюда! Мне на крышу надо? Ну пошли. Ну типа на крышу, с крыши спрыгнем. Попросим Айдена помощи, он меня защитит. Так, блин, поднимайся на крышу, ты че, блин? Что с управлением здесь? Она, главное, идет еле-еле, я не могу ничего сделать. Ой, как свободно. Значит, все рухнет, так и есть, да. Слишком свободно. Ага. Диван, конечно, опасная вещь. Куда? Что? Ну, прыгать надо, наверное. В ту сторону же я делаю.
или нет. Я не понимаю, что делать. А, все окей. Джоди. Ну все окей. Мой, у меня пружины в ногах. Не знаю, как ты это сделала, но это просто класс. Как Зои? Хорошо. Все хорошо. Чего пожар-то начался? А, этот урод? Да! Красота! Че так бензина, зажигалка, тараканы побежали с гнезда. А... Я вижу хэппи-энды. Я сказал, увидимся. Это ты зря. Эй, эй, эй! Не тронь ее! Тараканы! Теперь уже не такая крутая. Нет! Нет! Айден, Айден, вперед! Ты снял, Эд? Да, круто. Это уроды план. Просто какие-то. Ладно, парни, сваливай. Уроды. В смысле, Айден вперед. А чё Айден-то? А чё, сдох? Она не дышит. Она не дышит. А чё Айден-то не помог? Убийство, по идее, чуваку конец. Он еще и записал это. Она же не умрет, доктор. Не умрет. Ну все, наверное, можно на этом закончить, наверное. Типа так таинственно, что будет дальше. Да? Было сохранение, что ли? Я не понял. Что это такое? Но мне кажется, здесь должно было где-то сохранение быть. Ладно. Давайте на этом закончим. Всем спасибо за просмотр. Ставим лайки, подписываемся на канал. Оставляем комментарии, да. Заходим в группу, там есть скриншоты, обзоры и саундтреки. Ну и как обычно. Всем спасибо и всем пока.